Ne aflăm la ședința Consiliului din Lipcani. Așteptăm începerea. Соответственно законом номер 436 о местном публичном управлении от 28.12.2006 года сегодня состоится очередное заседание местного совета. В результате выборов, проведенных, у нас избрано 15 консильеров. Сегодня присутствует 10. По уважительной причине отсутствует Наталья Васильевна Тарасова. Остальные неуважительные причины. Оставайте на работу. Какие будут предложения по вопросу о начале заседания? Начали. И он пропонере с începеть cu имну де стат. Согласно закону о местном публичном управлении, нам необходимо председателя сегодняшнего заседания. Какие будут предложения? Ну что? Я предлагаю Георгий Ильич. Поступило два предложения. Василий Александрович Мушук и Георгий Ильич Дегря. Кто за то, чтобы Василий Александрович Мушук был председателем сессии, прошу голосовать. Раз, два, три, четыре, пять. Кто за то, чтобы Георгий Ильич вел сегодняшнее заседание, прошу проголосовать. У меня тоже дополнительный вопрос. По криминогенной обстановке, пускай нужно необходимо заслушать начальника полиции Левкан. Пригласить его на заседание. Можешь поставить этот вопрос на следующее заседание, которое будет в декабре, и он сможет подготовиться и сразу. На отчете, наверное. Ну, да. Сессии, да? Не на отчетном собрании, а в декабре будет принятие бюджета. Сейчас мы. Первым чтением. Да. Ну, так как он не предупрежден, надо было действительно заранее как-то предупредить. Если бы мы предупредили бы его, то его бы пригласили. Потому что это надо вообще, я считаю, что. Их надо приглашать на каждую сессию. На каждую сессию, потому что есть много вопросов, которые люди задают, и депутаты должны знать. Это на каждую сессию надо. Это может упущение, кто созывает сессию. Примат тоже надо об этом знать, наверное. Надо все время его это вызывать. У меня есть несколько вопросов. Я бы хотел бы познакомиться с тем, что мы бы так подумали. Дело в том, что вам всем уже было известно, у вас за последних, ну, за весь наш срок, мы никогда не начинали нашу сессию с отчета прибыля о выполнении решений в предыдущих сессиях. Никто с нами, хотя мы называемся советниками, также это по-русски канцелярами, по-молдавски, как советники мы никакие, с нами никто с вами не советуется, это наше мнение. Первый пример только из этого могу сказать, что с кем господин примат принимал решение из канцелеров и на каком чествовании граждан в день города. Я ничего не имею против чествования. Они, скорее всего, они самые достойные, но с кем? Второе. Вы можете поставить вопрос, который мы можем, да, будем рассматривать? Вопрос, повестка. Хорошо, нет. Дальше. С кем вы принимали решение выделить 70 тысяч леев на канализацию от ПДМК самого центрального трассу? Господин Виктор, это же не вопрос для сессии. Это не вопрос. Давайте поставим на следующую сессию, она читается и все. Ну, зачем? Вы так сессию не начали, ты твои вопросы уже там все на это самое. Каталки. Я так понял, значит, давайте рассмотрим повестку. Да, что примарю? Никогда не говорю. Ты имеешь претензии к примарю. Вот там на следующей сессии. Я не имею. Георгий, давайте по повестке дня. Ну вот есть. Если есть вопросы. Вы считаете, что решение на повестке дня ставим, ответа не видим. Значит, два года мы насчет дороги ставили назад, да, и не ответа не видим. Иди читай решение после сессии, найдешь решение. Вот так. Сессия кончилась, разбежались. Раз так ты не бумагу ставишь, ты слушаешь решение. Раз вы не хотите с нами считаться. Нет.
Надо выслушивать всех консильеров. И если вы не считаете самым нужным прислушаться к моему мнению, мне здесь делать больше нечего. Я поддержу тоже. Так, Василий Александрович, сессия 12, будем Крыжевского отчет слушать. Ну, так, вы понимаете, мы всю жизнь ставим вопрос, ответа мы не видим. Три месяца прошло, можно было бы послушать то, что мы решили на предыдущей сессии. Андрей, я вам отвечаю. Когда вы принимаете решение, да, и поднимаете, голосуете за выполнение одно из решений, вы должны запоминать, что 30 тысяч на канал и 70 тысяч на канализацию от 6 магазина и до новых очистных сооружений были приняты на предпоследней сессии. Это и вами было проголосовано. Вы понимаете, я не представляю. Почему вы сидите как консильер, поднимая руку, и не можете, и не помните, за что вы поднимали руку? Я все помню, у нас есть время до конца года. Вы просто бежите впереди паровоза. Вы понимаете, но... сессия и повестка дня должна исполняться. Если у кого-то есть вопрос, они должны перед сессией вставляться в повестку дня. Больше ничего. Василий Александрович, я согласен, но может он зайти, чтобы выйти на место и просмотреть, работы идут по каналу, идут. Выйти на место и посмотреть, работы идут по канализации или не идут. Если они не идут, значит, можно поднять этот вопрос. Но если работы идут, значит, мы ждем, есть какой-то термин, результат. В конце года я отчитаю. Совершенно верно. Все дело должно быть согласно закону, согласно положению. А так просто... Так согласно положению, вот они берут кураж, вызывают на дорогу, делают который еще дорога только началась ремонтироваться. Да, они уже запускают то, что не положено. А вот пускай пойдут сейчас посмотрят, есть дорога или нет. Конечно, нет. Ну ничего, значит... Из тех денег, которые было выделено... В том регионе, где показано было куражом, там действительно было так, как было показано. Да, давайте. А после того, как уже вышел этот репортаж, быстренько с автомати принесли щебенку, быстро рассыпали и разнесли. Дальше что сделали? Вы начинаете строительство дома, да? По Горького, что сделали по Задорожникам, вообще было выделено денег, вот на те деньги мы и выполнили. На Горького Задорожника не было выделено денег. Вы просто у нас есть квор, есть посчитать. Есть? Да. Значит, давайте будем по повестке дня. У кого будут вопросы, значит, в конце будем говорить и побьем Примаря, давай в конце концов. Надо в конце концов и Примарь должен ответственно к этому относиться. Подождите, она не первый раз приходила туда. И уже какой созыв она входит сюда? Послушайте, я отвечаю за созыв, а тогда я соглашала. Значит так, давайте принимаем решение. То, что я могла сделать в течение месяца. Давайте принимаем решение так, как нужно, потому что не только нам говорить. Да. Используют жителей, это не будем, да. Да. И все остальные, кто будет обращаться, так же самое надо изменить эту и привести это в порядок. Кто-то там не так замерил. Я не говорю, что мы виноваты. Я говорю, что мы должны с вами сделать для того, чтобы решить положительно ее вопрос. А более чем 7 соток она не получит пользования. Ставим вопрос на голосование. Кто за то, чтобы вот предложение удовлетворить? Кузьменко Наталья. Но на сегодняшнем не будет решен ее вопрос. Да, да. Ну это понятно. На следующей сессии, да, изменения. Единогласно.
Это еще не одна, а еще две сессии. Да, да, еще две сессии для того, чтобы... Вы это попросите, да, чтобы держали на контроле. Безусловно. Кто обязан держать? Примарно, держите на контроле, чтобы не пропустить на следующей сессии, чтобы снова этот вопрос поднять и решить. Скажите, чтобы в дальнейшем не были такие вопросы, да? Скажите, что у нас в 2003 году было принято неправильное решение нашего консилиума. У нас таких участков 1700, над которыми мы сегодня должны... Мы не можем отменить. Мы не можем принимать такие решения, такие замеры. Ну как? Человек отвечает, сидит на работе, имеет свою обязанность. Мерим. Как можно так мерить? Это было. И мы сейчас должны... Даже без заявлений надо принимать. Дело не в количестве, а дело же разделили пополам. Дело не в сотках, не в сотках. Ей разделили и разбили огород на две части. Давайте найдем запишите мне этот вопрос. У меня сегодня, если выходит 700. Лариса Ивановна, а что мешало? Мы имеем то, что имеем. Почему нам мешало за это время исправить этот вопрос? Сколько денег нам нужно для того, чтобы мы исправили все вот это? Мы знали, что мы должны делать. Открыто. Прошлый созыв. Кто виноват? Причем прошлый созыв. Зарплату человек получал. Но человек зарплату получал на протяжении 12 лет. Почему кто-то должен был виноват? Получал зарплату. Ни прямая, ни другие заинтересованные лица. Ничего не палишь не приводили. Все, давайте. Все. Мы готовы к потому что мы должны пропустить опять же с консилиум совсем большой вопрос, который опять же без вашего решения мы не сможем начать, но там действительно нужны и деньги финансовые, и работа наша. Так вот деньги финансовые взимать с того человека, ну, чья вина? Ну, знаете, 2003 год, это была массовая регистрация, это не мы единственные такие, которые имеем ошибки. Но нам там, что мы можем их исправить, а то зачем смотреть в зад, если можно... Ну, это должна быть проверка, которая выявит те недостатки, которые... Мы должны с вами сегодня утвердить правильное название, прописание этих улиц на румынском языке. То есть в этом правильно. Пожалуйста, исправить орфографические ошибки, которые мы будем использовать в дальнейшем в регистрации наших домовладений, в паспортном столе, чтобы оно было правильно. Если он идет на регион, значит, он должен быть в этом. Так это придется переделать документы людям, что ли? Скапы, значит, он должен идти скапы и никак. И не а с людьми как? А с людьми как? Ну, это по правилам будет делаться уже вперед. Это как оно остается? Ну, пока, я не знаю, не как оно будет делаться? Оно само не делается. Ну, по мере поступления заявления для того, чтобы регистрироваться. А на таможне? Идут мы получили так, как мы считали, что оно правильно. Вот это при этом было. Если было бы при этом, было бы вопрос, был бы решен. Это 100%. А когда у нас были улицы, и когда был переход правописания с русского или с молдавского, скажем так, на латиницу, естественно, мы сделали многие ошибки. Это то, что есть. Имена присваивались. Имена присваивались. Это вот и что. И, например, у меня написано черный, а я черная. Так что, это тоже переформа. Ну, так и здесь. И никто за это ничего не отвечает. Мы должны сделать. Мы не будем рассматривать. А вас используют, поднимите руки, проголосуйте. Потому что другие лохи так же само приподнимали руки. Ну что, согласимся с... Как ваше мнение? Надо исправить так, как должно быть. Мы выставляли... Рано или поздно придется. Нас у меня в порядке.
Вот там улица Стамати, было просто Стамати, а вот Константин Стамати. У меня в бюллетене, могу вам показать. В прописке написано К.Стамати. Значит, уже написано правильно, я не должен переделать свои документы. И во всех документах тоже К.Стамати. А вот тут утверждено просто Стамати. Это для статистики, конечно. Для будущей регистрации паспорта, да, чтобы было правильно написано улицы, да, города, конечно, это конечно. Все. Потому что все эти государственные станции там уже база данных. Это вопрос мы ставим на голосование. Там правильно написано. Это будет не с Румынии. 100%. Если хотите гражданство румынское, это 100% вам придется. Я думаю, что если вы захотите, вы сделаете это. И даже не спросите. Так скажете спасибо. Какие будут предложения? Ну, проголосовать за изменение орфографических ошибок. Поступило предложение, что проголосовать за, утвердить название за список, здесь огромнейший список. 58 улиц. 58 улиц, и все остальные действительно, кто будет делать дальше уже. Что, Бекана 58 улиц? Да. Но они же не все с ошибками. Но не все 58 улиц с ошибками. Есть некоторые, где ну, Гагарин, без капа вот это. Гагарин, без Юрия Гагарин. Вот вкратце нужно писать ЕО.Гагарин. Вот такая же орфографическая ошибка. Это не знаю, что все 58 неправильно. Они могут установить свои эти ГСМ-усилители, да, на этом столбе, чтобы... Для этого, естественно, мы с ними заключаем контракт в Патеоне, который они будут оплачивать за использование нашего. Вот, и согласно закону, мы можем разрешить, чтобы они установили. А то, что это самое, оно оказывает влияние на человеческий организм, об этом мы не напомнили? Есть акт от санитарии, есть технической экологии, есть авиасанитар, то есть санитарное заключение от наших служб. Центру национальной санитарии публики. Да им глубоко по барабану центру национального, где это самое, потому что от этой антенны в радиусе 10 метров все живое погибает, понимаете? Как если стоит одна новогодная башня? У нас есть коробка, но в целом есть это вот все. Это где? Да, это кругу. На кругу. Не знаю. Давайте кроем, какие его будут предложения. Но мы тут же просим хорошую. Если бы это была, направленная антенна, которая не. А там просто круговая антенна в разные стороны. Это вы не пользуетесь мобильным телефоном. Узко. Ну, на водонапорной башне тоже не такое усиление. На водонапорной есть, везде есть. А в центре связь ужасная на Оранже. На здании поликлиники. На водонапорной башне же тоже есть на переезде. Тоже такая. И что там, все живое умирало? Вижу, эта женщина ездит, Вася, как бы поменялась. Червонюк. Червонюк. Все живет, все нормально. И корову держит. Какие будут предложения пока? Разрешить. Ну, если есть от всех станций, есть. Кто за данное предложение прошу проголосовать? Если есть техники, есть шипилосанитары, визусанитары, то обещали не будет. Значит, меня выявила. Восьми парни. Ну, послушай. Восьми на гимнасию. А, ну, как это? Я уже могу ответить. Так, минуточку, Евгений Иванович, давайте мы выслушаем заявителя, а потом вы объясните. Пожалуйста, как ваш хозяин? Пожалуйста, объясните вашу ситуацию. Вашу ситуацию, что произошло, если можете. Вот для меня поставили стадион. Пусть играют, я не имею ничего против. Дети и дети. Но поймите меня правильно, у меня жена и валит первый год. Забор весь погнули, весь поломали, пригнули до забора, до земли. Я в этом году не собрал ни картошки, ни тыквы, ни лук, ни чеснока. Все сняли, лишь картошку надо отвезти, сняли все. Говоришь, ребята, не бегать, не точите. Что? А что? Какая разница? Можно бегать. Прыгают, ругаются, солнце отзывают. Мы же двое пожилых людей. У меня жена инвалид первой группы. Она ходить не может. Это же тоже надо прийти. К вам я обращалась неоднократно, Евгений Иванович. Вы обещали, что примете меры. Вот придите, посмотрите, что мне сделали с моего забора. Яблок не имею, ничего не имею. И все это надо покупать. Я получаю 1094 рублей. Картошку полтонны купить, лук купить,
чеснок, купи, все купи. Откуда я возьму столько денег? Арматур проработал 40 лет и 1500 лет получает. И что мы имеем? Свет плати, телефон плати, налог плати. И еще мы остаемся. Уважаемый Фомин, скажите, пожалуйста, когда... Я прошу... Я понял. Мы вас услышали. Скажите, ответьте на такой вопрос. Когда строили стадион, с вами примария согласовывала, что вот там... Нет. 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 Ясно. Нет. Теперь, Евгений Иванович, просим ответить вас, что там произошло. Как вы хотели объяснить? Ну, то, что произошло, сказал человек, который пострадал. Я только могу сказать одно, что до начала весенних работ, да, у него будет стоять еще один забор. То есть мы, забор самого стадиона есть, да, но, видимо, огородить территорию. Там должна быть зона. Евгений Иванович, там надо сетку под стадиона, огородить вот этих плечей, да. Мы сделаем и... То есть в дальнейшем такой ситуации, я думаю, что не будет. Что касается потери урожая, да, я считаю, пускай человек напишет заявление, и мы поставим на комиссию. Значит, что можно написать? Я помогу им. Это мой участок. Да ничего не надо написать. Дело в том, что когда мы голосовали по поводу этого стадиона, было принято решение равноудаленно для всех детей. Не для тех работников заправочной станции, которые там играют типа футбол, да все дети свободное от работы время. Не все дети. Ну конечно же, и малыши. И предлагали полянку для этого, где есть место свободное, и где этот самый мяч не падает никому в огород, всем все хорошо. Но наш примар, не перебивайте, пожалуйста, я вас не но наш примар Евгений Иванович не счел нужным принять это к сведению. Но и решил построить там, где он захотел. Я еще раз говорю, что... К тому же, этот стадион построен в 3 метрах от пропасти. Там со временем, из-за схода из грунтовых вод и прочее, тот стадион пойдет к чертовой матери. 40 лет назад еще было так же. Так, давайте... Я 12 лет нахожусь примаром в этом городе, да? Это первый консилер, который... За 4 года ни одно предложение какое-то нормальное, чтобы дал, ничего не сделал, но только ищет, у всех ищет какие-то... Но я хочу вам сказать другое. Если я самовольно построил, без вашего разрешения построил этот стадион, я готов понести ответственность. Я выполняю все ваши решения, которые вы выполняете. И кроме этого стадиона, я готов... каждому из вас сказать, что мы не должны останавливаться на одном стадионе. Мы должны сделать и на полянке, мы должны сделать и возле Загозерно, потому что там на сегодняшний день играется 19 детей. Там играют. Понимаете? Вы не сделали ни одной детской площадки в разных частях города, хотя это обещали. Из ВУшной площадки, которая была возле Ленина, и которая Курашкова высмеивал не раз в своих репортажах, вы отдали те остатки той этой самой возле Красной школы. Вы знаете, несите предложение. Господин Крыжевский, если вы мне хотя бы один раз докажете, что вы проголосовали за то, чтобы я построил, чтобы я построил за этот стадион, и были выделены деньги на строительство площадки, я согласен. Я лично голосовал за этот стадион с условием. Значит, уважаемый Фомин, я вас лично, как депутат, приглашаю на следующую сессию, чтобы вы пришли и нам сообщили о принятых мерах примарии. Он сказал, что вы написали заявление, вам возместят... Он плохо слышит. Вы поняли, нет? И что теперь этого человека ставить на довольствие, что ли? Нет. Что мы каждый год будем это самое смотреть? А примарию, значит, устранить те недостатки, которые... И вы должны на следующей сессии доложить всем депутатам. Вот и все. Это такая примарь, когда убирает свой огород, завозит полтонны картошки, яблоки и все остальное человеку. Потому что по своей вине он там построил стадион. Они рано удаленно, как было это принято на сессии. Давайте воспитаем своих детей, чтобы они не топтали забор, играли на площадке. Я еще раз, то, что говорит этот канцлер, да,
Я с ним не согласен, потому что я не по моей прихоти сделал это стадион. Я сделал стадион по решению нашего консилиума. Что касается помощи, да, то, что касается оградить, мы оградим за счет денег примарии. А что касается помощи Краблы, что у вас там, картошка? Я готов лично от меня, ну, вот я вам принесу и яблоки, если у вас там вы собираете 100 килограмм, я вам принесу 500 килограмм яблок. Я вам это принесу. И сколько я вам помог, пусть Бог вам помогает еще дальше. Просто знаете что? Из-за того, что ваш сын работает у Крыжевского охранником, вы пришли сюда говорить, что я плохой. Евгений Иванович. Ужасно, это нехорошо, это некрасиво. Евгений Иванович, здесь Крыжевский совершенно ни при чем. Он подошел ко мне, этому участку. Тамара Сергеевна, вы верите, что я принесу и яблоки, и картошку, и все? Я пошла на тот участок, посмотрела. Деревья молодые, все поломаны. Забор весь лежит на земле. Все затоптано. Я пошла, специально смотрела. Ну, действительно. Сделаем, идем дальше. Там жена проработала всю жизнь. На примаря города Липкань, Евгений Иванович Кулик. Разрешите, я дополню. Да. Дело в том, что это самое, мы возлагаем контроль на примаря, а сам примарь не выполняет эти решения. Объясняю, о чем я. Было принято в июне 2016 года. Выделили мы деньги 10 тысяч на мемориальную доску афганцам, на установку в русской школе. До сих пор мемориальная доска не установлена. О каком контроле может идти речь? Я хочу сказать, пожалуйста, господин Крыжевский сказал, что в 2016 году мы выделили, я хочу поднять, вот, чтобы на следующее заседание, да, чтобы мы посмотрели, прочитали, есть такое принятие решения или нет? Есть такое, тогда афганцы собирали на памятник нашему Александру Золотарку. И мы сделали этот памятник. И мы, это не вы сделали, это они сделали. Вы палец за палец ничего там не сделали. Вы просто поприсутствовали и поскорбили. А вы спросите у председателя афганцев, какую сумму я этого сюда. А мы тогда взяли 10 тысяч на мемориальной доски. Я не господин Крыжевский, чтобы бить себе в грудь, что я вот выделил одной семье 450 лет. Пожалуйста. По поводу афганцев, Евгений Иванович. Да, по поводу афганцев, это нужно было, чтобы русская школа, дирекция русской школы согласовала с РОНО и принесла нам решение. И тогда мы... Нет, 750 тысяч это оставляем для контрибуции на водопровод. А мы говорим, мы 600 выделяем. А мы каждый год выделяем. А благоустройство города только из окон примарии. Там цветочки, эти самые розочки и так далее. У нас есть директор коммунального хозяйства, его может сказать. И по поводу благоустройства, как были свалки, те, которые стихийные, так они до сих пор, на протяжении всего этого периода. Примарь знает, где эти свалки. Ну, вы видите, в этом году работали уже баки, по крайней мере, уже по улицам. Да, но забрали железные баки, забрали железные баки. И правильно сделали. Забрали железные баки, и стихийных свалок еще больше появилось. Вы пройдитесь вдоль железной дороги по посадке. Так вы там... Уважаемый консилер, вы пройдитесь возле железнодорожного моста, там уже скоро гора. Уже на уровне железнодорожного моста будет. А вы здесь для того, чтобы только давали замечания? Или хотя бы один раз зафиксировали? Потому что вы всегда ходите без камеры. Зафиксируйте, что кто выкидывает мусор, да? И мы примем меры, вы понимаете? Ну, прямо не должен просто ночевать там электрику. Тем более, что... Был разговор еще в прошлом году закрыть свалку по улице Задорожняка. Она уже, я не знаю, с какого года, она уже там... Не одну свалку, там две свалки. Вторая. Чуть-чуть дальше. Которая возле Загозерновского озера. Да. Ниже. Там буквально час работы, там не нужно ни вывозить, ничего. Там просто заровнять и уничтожить эту свалку. И одну, и вторую, там возле консерва Загозерновского озера и по Задорожняка между 32-м и 30-м. Этим самым. Там буквально бульдозером надо.
заровнять и все, и больше там ничего не надо. Вот этот вопрос мы выделяем. А эти дети, которые работают по благоустройству города, пускай занимаются устранением этого мусора на стихийных свалках. Анатолий Иванович, чисто не там, где убирают, чисто там, где не мусорят. Ну, так лично я, когда установили эти пластмассовые урны, рядом с Гладким живет бабулька старенькая. Урну убрали, она ходит. Я остановился, и вышла и супруга Валеры Гладкого. И мы сказали, почему вы бросаете? А куда мне брать? Возьмите урну, я не хочу. Понимаете? Мы принимали решение, что каждый двор должен иметь мусор. Да, ну, не только двор, даже учреждение. А какие количество мусора нет, мы никак, все равно люди выбрасывают прилегающую территорию, посадки, врывы и так далее. Мусор там, я вот как позволила, говорила.